«Ты в маске? Поехали!» Прямо на асфальте на остановках Тюмени появились надписи. Они призывают горожан соблюдать масочный режим в общественном транспорте и в магазинах. Это инициатива молодой гвардии, так активисты решили напомнить о том, что в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности и нужно соблюдать меры безопасности. Мы решили оповестить всех жителей о том, что ношение масок обязательно специальным арт-объектом. Мы считаем, что каждый должен носить, потому что вирус – это страшное дело. Много людей умирает. Насколько известно, уже 20 человек умер в Тюменской области. Поэтому я считаю, что каждый должен носить и маски, и максимально обеззараживать свои руки. И в целом все соблюдать все меры предосторожности.